Югорчан приглашают к участию во всенародном проекте «Лица Победы». Это крупнейший международный цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Депозитарий функционирует на базе Московского музея Победы. Сейчас в банке данных более 150 миллионов фото и документов. В отличие от простого архива, где информацию о человеке можно получить только по специальному запросу, в музее создадут масштабную мультимедийную экспозицию «Лица Победы». С ее помощью любой желающий сможет получить интерактивный доступ к базе данных, присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива можно на сайте проекта.